привет, с вами Турбоёжик, на нас хотят устроить нападение. Смотрите, охренеть. Буду рушить. Сломаю. Офигеть, блин, вот это прикол. Падает конструкция. Чё, сволочи, получили? Уродки, уроды. Нате еще вам. Неужели залезли туда? Разрушу. Разрушу эту конструкцию. Гады. Хотели наш дом захватить. Жесть. Упала. Черт, нужно в дом зайти. Проверить. Вот это прикол. Хорошо, что я вовремя зашел. Сейчас мы проверим. Так, поднимаемся. Лифтик. Поехали. Заходим. Закрываем дверь. Блин! Так. Закрывай. Закрывай! Тихо. Дверь закрыта. Не сломана. Проверяем здесь. Отлично все. Ничего, стены не долбали? Похоже, что нет. Нужно закрыть. Мне кажется, они сюда не сумели запрыгнуть. Да, вот так вот дома и захватят. Рейдут. Бандюганы, бандюганы. Я, в общем, хотел построить себе элитный VIP-домик, отдельный коттедж. И тут такое, а? Вы представьте себе мое удивление. Офигенски. Так, ну вроде здесь никого нету. Можно приступить к тому, чего я и хотел. Да, а именно, построить себе отдельную VIP-квартирку вот рядом с нашим суперским домом, который чуть не захватили. Чё, погнали? У меня есть дерево немножко. Ну как немножко, сейчас покажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6500 дерева. И мы вперед пойдем. Если у меня все получится сделать, потом обделаю его железом, у меня будет суперский домик. Хорошо, что у нас много дверей. Мы дом очень хорошо укрепили. Половина кирпичной, но снизу важные места, где лежат у нас лежаки. Все железом обнесено. Фух, надеюсь, нам повезет. К сожалению, не могу построить вот на этом вот кирпиче. Так что придется мне ставить блоки. И только на них потом уже делать. Вот таким вот образом. Думаю, так будет просто отлично. Сейчас повыше подниму. Вот так вот. Сколько у меня там дерева хватит? 200. Вот так вот. И еще давайте вверх. Хорошо. Давайте попробуем, получится или нет. Так-с. Пробуем. Надеюсь, не развалится. Моя конструкция, мой VIP-коттеджик. Так, о, здесь уже все разваливается, да. Так, ух ты, сюда получилось, да? А, и здесь получилось. Хорошо. Так, продолжу сюда побольше. Вот таким вот образом. Кстати, нужно будет шкаф поставить. Потому что могут захватить. Да-да-да-да. Видели, как хотели прыгнуть? Так, начинаем дальше. Стены, так. Стены. С окнами, что ли, сделать? Да, мне кажется, я здесь сделаю с окнами. Ух ты, здесь прям в упор подошел. Ну, ничего, отлично. Все равно отделюсь от них. Это отдельный мой коттедж. Сюда не могу поставить. Ну и ладно. Сюда мы поставим окна. Вот такие вот. Чтобы мне было все видно. Но стрелять я не собираюсь, поэтому поставлю сюда, наверное, решетки. Вот таким вот образом. Блин, просто отлично. У меня будет панорамная. Панорамная, да. Так, окно ставим. Только я не знаю, где вход сделаю. Наверное, сбоку он там. Так, и вот здесь вот, наверное, запилю себе я дверку. Буду забираться с этой стороны.
Да, вот так вот, думаю, будет идеально. И здесь вот тоже себе сделаю окна. Буду смотреть на море, море. Так, ставим решетки. Вот так вот. Немного похоже на VIP-тюрьму, но ничего. Это нормально. Оу, е. Жалко, здесь стена не ставится. Ну ничего, у меня здесь кирпичная стена получается. Так, давайте глянем, что у меня там с деревом. А совсем немного. Но мне нужно еще укрепить фундамент свой, иначе развалится вся моя конструкция. Да, так, у меня есть молоток. Есть молоток, давайте спустимся. Если я не разобьюсь сильно. Ух ты, да, немного развалился. Так, берем молоточек. Укрепил. Что-то не укрепляется, очень странно. А это? О, это укрепилось, отлично. О, и это все получилось. Так, сейчас я обойду. Отлично. Так, кирпич. Пока кирпич, кирпич, кирпич. Нет у меня кирпича. Ну, крепим пока вот здесь вот. Так, к сожалению, она глючит. А, не достаю. Так, давайте, наверное, смотаемся пока в дом. Заберем сейчас туда. Возьму я немного. Там, мне кажется, кирпич вроде был, если я не ошибаюсь. И железо. Так, сейчас сломаем конструкцию. Рушим. Я думал, дерева мне хватит. Но нет, не хватило. Поэтому мне нужно будет еще набить дерево. Так, ладно, отправляемся. Фундамент. Ой, какой фундамент, блок. Погнали. Ежики умеют передвигаться на лифте. Хорошо. Что там развалилось, что-то упало. Мне кажется, вроде кирпич у меня был. Не помню, немного совсем. Сейчас проверим. Такс. Да, есть у меня кирпич. Это очень хорошо. Возьму я железо еще немного. Укрепим. Замок. Могу, да, могу я замок сделать, но дерева у меня, к сожалению, очень мало. Так, а здесь у нас что есть еще? А, ну здесь у нас тоже полно железа. Ну-ка, ну-ка, проверю, проверю, проверю. Шмотки, всякая херня валяется. Спальный мешок. Нет, не могу сделать. Здесь есть у нас? Нету. Ну ладно. Не очень-то и хотелось. Поехали назад. Нужно укрепить мне фундамент, иначе мою конструкцию раздолбают. Сначала сделаю кирпичную. Потом уже железную. Давайте попробуем все-таки сделать. Ух ты, черт! Неужели моя конструкция развалилась? Да. Так, камень есть. Железо. Вот так вот. А, камнем и железом. А, хорошо. Чё же развалилось? Так, ладно, давайте наверх залезем. Так, как мне туда попасть теперь? Не знаю. О, блин. Надеюсь, прокатит. Такс, блок могу ставить? Могу, поехали. Еще выше. Да. Все дерево потрачу. Давай, забирайся. Такс, вот мы и наверху. Чё у меня тут с деревом? Совсем немного. Такс, попробую еще поставить. Черт побери. Вот за хрень, это стена, блок, нет. Стоп, а блок поставился? Да, блок поставился. Может здесь блок оставить? Не знаю. Поставлю сюда так пока что. Разваливается, а здесь нужно укрепительные работы делать. Может быть поменьше мне сделать домик? Да, совсем небольшой. Давайте так попробуем. Вот так вот. Хорошо, дерева только мало. Ну, в принципе, вот так вот, думаю, нормально будет тоже. Дверь сделаю, как и хотел. Так. Отгорожусь от них. Не хочу их видеть. И дверь ставим. Где у нас она? Дверь. Какой стороны поставить-то? Здесь, что ли? Или здесь вообще? Не знаю, давайте воткну здесь вот. И ставим окно.
Вот так вот. Дерево совсем немножко у меня осталось. Не знаю, давайте укреплю сейчас. Фундамент хотя бы. Так, вот эту вещь, вот все. Так, это деревом, да, сначала? Вот так вот мы делаем. Будет у меня отдельная жилплощадь. О, к сожалению, мало очень осталось. Такс. Да, всего лишь 80. Вроде не падает пока что. Сейчас давайте вниз спрыгну. Уэу! Вот так вот. Сейчас посмотрим, вам покажу. Это у меня основная конструкция. Черт, нужно было эту кирпичную сделать. Ах ты, черт, забыл. Ну, ладушки. Железные у меня вот два блока идут. Отлично, и мне нужно еще будет укрепить вот здесь вот камнем, потом железом. Сейчас мы с вами посмотрим со стороны, что получилось. Да? А, видно. Теперь моя задача, вот смотрите как. Моя задача нарубить дерево еще, найти камня. Ну, железо у меня есть, и мы с вами продолжим. Да. Еще каких-то пару ударчиков, и я сломаю свою кирочку. Да, все, сломал. Отлично. Так, давайте посмотрим, что у меня здесь, сколько получилось. Раз, два, три, четыре, пять косарей. Погнали, надеюсь, мне этого хватит для обделки дома. Моего VIP. Моей, так сказать, VIP-резиденции ежика. Охренеть, да? Давайте глянем. Кого нету? Сволочи. Стоп, мне же нужно такую сделать. Вот такую штучку. Хаммер. Так, а здесь мы обделаем. Железом нужно обделать. Здесь я не запрыгну. Основная конструкция у меня вот эта вот идет. Но я ее сделал железную. Давайте поднимемся наверх. Иначе меня здесь могут захерачить. Сейчас я эту сломаю. Посмотрим. Надеюсь, не упадет моя стена. Проверим. Так, ломай. Все. Ах ты хрень. Упала. Понятно, короче, да. Нужно эту тоже обделывать. Давай, блок. Поехали. Не прокатит. Ставься. Вот так вот прокатит. Да, придется ее оставить так. Ну ладно, ничего не поделаешь. Хрен бы с ней. Сейчас возьмем мой молоточек. Придется эту оставить, укрепить. И эту тоже укрепим. По 200 дерева, да, идет. Нужно тогда пол доделать здесь. Так, с полик, полик наш. Вот так вот. Теперь не должен свалиться. Сюда ставим окна. Нужно укрепить снизу обязательно. Иначе расхерачит у меня здесь все на свете. Так, мои кокушки. Отлично. Я думаю, это будет круто здесь. Даже смотрится офигенски просто. Так, дерево у меня. Глянем. Раз, два, три косаря. 3,5, но мне нужно еще укрепить вот эту конструкцию. Так, вот так вот сделаем. Здесь тоже что ли обделать? Давайте тоже обделаем. Нужно еще решетки поставить на окна. Да, иначе меня пристрелят с лука, если. Шмальнут. Все, кранты. Так, вот таким вот образом, да? Посмотрите, мне кажется, отлично просто. Окна. Черт, опять у меня мало дерева. Так, что, давайте окна глянем. Сколько они стоят-то? 300? Ну охренеть просто, а что так много? Жесть. Странно. Стоп, стоп, стоп. Тогда я сделаю крышу пока что. Так вот. Так, нужно хотя бы лестницу сделать, как забираться на нее буду. До крыши еще далеко, пока так сделаю. Вот такой вот домик. Закрою. Хорошо. Сколько у меня осталось? 1400. Ну, я думаю, шкаф нужно обязательно здесь ставить. Давайте сделаем шкаф. На 2 минуты он будет делаться. Так, да, и вот так, сколько у меня осталось? 400. Можно спуститься, в принципе, вниз. Так вот. И укрепим, давайте, тогда. Так, другую конструкцию. Другой блок. Вот этот вот. Именно вот этот вот. Так, вот так вот. Как раз два блока. Но эти могут разрушить, они по 2000, к сожалению.
Кирпича у меня пока не осталось, но мне нужно еще нарубить дерево. Чем только рубить, кирпича нет у меня. Блин, придется домой залезть. Ну, сейчас давайте сначала еще дерево срубим. Вот, посмотрите. Как же я мечтал о такой VIP-резиденции. Ёжик, ты невероятно крут. Вообще, это все мое, мои владения. Но это будет отдельная комнатка. За отдельную плату туда можно будет кого-нибудь даже приводить. Да-да-да. Так что, очень хорошая вещь. Сейчас давайте заберемся все-таки назад домой ко мне, что ли. Должен быть там кирпич. Да, мне нужно сделать кирку. У меня есть же, конечно, железный кирка. Вернее, железный топор. Такой крутой. Самый крутой. Но я боюсь его брать, потому что меня могут захерачить. Я один пока что играю. Меня никто не охраняет. А мне его очень жалко будет, потому что рецепт не у меня находится на этот топор. Не хочу его пока посеять. Так что сделаю каменный тогда. Побегаю с ним. Так, ладно, давайте, у меня, наверное, шкаф готов. Я же забыл совсем про него. Нужно шкаф поставить. Сейчас еще разок заберемся. Шкаф поставим туда. Пущай будет. Знаете, на скворечник похоже. Да. Погнали. Здесь пролечу. Ах ты, черт возьми. Мне же нужно здесь вот залетать. Где дверь? А я могу здесь поставить? Так, фундамент. Ой, черт! О май гад! Я как домой попаду? Может быть, я через крышу смогу пролезть здесь? Давайте попробуем. Залезть через этот дом. Да блин. Так, что-то здесь высоковато. Вот здесь вот. Сейчас мы это разрушим быстро. Попробуем через крышу пролезть. Иначе так никак не попаду. Там я уже застроил, неохота рушить. Так, хорошо, погнали. А лифт отправляется. Прошу всех пристегнуть ремни. Чё, поехали? Не понял. Что за хрень? Эй! А, блок. Так, вот так вот. Понеслась, роднуля. Заходим в наш суперский домик. Опен, я сказал. Хозяин пришел. Закрывайся. Закрывайся. Так, шкаф у нас готов, да? Давайте глянем. Что за хрень? Не понял. Неужели кусок обвалился? Охренеть. Или у нас здесь разрушили даже. Вот это жесть, народ. Вот это жесть. Так, ну я здесь смогу запрыгнуть, в принципе. Давайте пойдем посмотрим, что там. Охренеть. Кстати, это, может быть, не разрушили. Недавно рестарт был. Может быть, сервак что? Капец какой-то. О, вот здесь я пройду. Через крышу. Опачки, отлично. Так, сейчас разрушу, залезу. Капец какой-то. Черт, сейчас по-любому нужно застраивать там. Где мой шкаф? Вот он. Куда его воткнуть-то? Смогу вообще поставить-то? Смогу. Так. Сюда вот, наверное, куда-нибудь. Вот сюда вот, здесь решетки, чтобы не видно было. Прямо посередине воткну. Вот так вот. Встал? Все, встал. Блин, половины стены нету. Давайте спустимся. Черт, а? Сейчас глянем. Блин. Вот это да. Вот это прикол. Черт, а? Надо же так попасть. Нужно все заделывать. Нужно срочно все заделывать. За хрень, а? Что ж такое-то? Сколько там? 50, 100, 150. Мне не хватит подняться наверх. Раз, два, три. Черт, давайте добежим, что ли, пару раз стукнем дерево. Блин, короче, или... Кто-то пытался облутать наш дом, покушался, или это после рестарта сервака так получилось? Жесть! Жесть! Так, а чё, вайпа не было? Ага.
Не было, не было пока что. Пока что все путем. Да уж. Путем. Все, погнали. Сейчас заберемся наверх. Заберемся наверх. Посмотрите только. Капец. Такое ощущение, что его и правда облутали со стороны. Но нет, это все обман зрения. Так что нихера. Все путем. Все путем. Пока что. Пока что наш дом стоит. Очень хорошо. И с ним ничего и никто не может его облутать. Заходим. Охренеть! Гляньте. Черт, что за херня? Что за хрень здесь происходит? У меня кирпича нету. Мудакеры, а? Почему не открывается? Обвалился, да, это после рестарта. У нас дом нестабильный. Черт! Народ, произошел рестарт сервака. Короче, меня выбросил, сейчас я опять зашел. В общем, как я понял, это... Стена у нас упала не от того, что, короче, разрушить хотели наш дом. А помните, когда я рушил вон ту конструкцию снизу? Короче, обвалилась половина того дома и половина этого дома. Я сам своими руками наш дом сломал немножко. Да-да-да, но мы уже все подлатали, изменили немножко и все, ну, нормально. Так что вот этот теперь здесь останется, стена здесь не ставится, к сожалению. Вот такие дела. Давайте попробуем что-нибудь сделать с моим домиком, с этой летней резиденцией. Все же хочу доделать ее до конца. Надеюсь, у меня что-нибудь получится. И я хочу здесь мостик туда сделать. Не знаю, выйдет или нет. Сейчас мы изготовим с вами бумагу и сделаем план. Так, там кто-то пробежал, двое вроде, да, видели? Ну, а здесь, в принципе, все укреплено железом. Таким вот способом. Эта комната, там у нас тоже лежаки лежат. Вот они. Видите, да, 4, как на вокзале прям. Вот так вот. Ну, здесь железо, здесь не пройдут они, если только не взорвут с помощью 4. Думаю, что до этого не дойдет такой крайности. У нас, в принципе, ничего ценного-то нету здесь. Но все равно будет жалко, если нас ограбят. У нас такое уже было, к сожалению, в другом доме. Ну, так вот. А как там мой план постройки? Почти готов. И надеюсь, здесь будут ставиться блочки. Не будут вниз падать. Хотя хер знат, может быть, даже и будут ставиться. Мне просто понравился этот домик. Такой маленький, уютный, этот здоровый. У нас здесь столько дверей. Вообще просто заблудишься в них. Ага, отлично. Так, план постройки готов. Так, давайте глянем. Ну, только не падай. Охрен! Охрен! Черт. Может быть, здесь вообще высоту построить? Блоки. Он... Как же поступить? Сюда вот не смогу. Ух, ё! Ставится. Охренеть. Охренеть. Туда смог поставить. Черт, может, мне здесь дверь под... Слушайте, я смогу здесь дверь сделать? Давайте попробуем. Так, где у нас дверь-то? Отлично. Вот ее. Придется мне, наверное, эту стену разрушить. Давайте попробуем. Блин, а сейчас же нельзя рушить. Черт. Кстати, да, убрали эту функцию. Я сам офигел, когда узнал. Я не смогу... Дерьмище, не смогу разрушить. К сожалению. Печаль, тоска, народ. Ну не падай ты, паскуда. Упала, да? Да, упал. Так, ну не знаю, давайте здесь тут попробую сварганить. Так, так что ли? Так, стоп. Блоки сейчас наставлю. Ну же. Чё, не ставится? Ставится. Так, таким способом вот. Долетели мы? Почти. Вот так вот. Опля. Хоп, сюда.
Готово. Нет, что-то это не очень, да? Хрень какая-то. Еще раз попробую. Опачки. Другое дело. А вот сейчас поставилось. Чё я наворотил здесь? Что за хрень? Вся конструкция упала. Нет, это не дело. Это нужно сбивать. Черт, а? Сейчас собью. Давай, падай. Может быть, рядом сейчас попробую построить? Если получится. Не знаю, хотел мостик сделать маленький, но мостик у меня не выходит. Печаль, тоска. Приступаем снова. Так. Фундамент. Там сюда вот куда-нибудь его воткнуть не получится. Ну, сюда, в принципе, получится. Вот так вот. Это вот сюда вот. Вот так вот. Прокатит? О, вот так вот. Да, вот так вот отлично. А вот так вот даже может получиться. Ну-ка попробуем мы блок поставить. Да, и, кстати, блок ставится. Хорошо. Сейчас мы залезем туда. Наверх, наверх. Как же высоко, а? Что-то мне кажется, когда мы в тот дом залезаем, там меньше блоков стоит. Так, вот я и в доме, в принципе. Крышу нужно тоже закрыть. Такс. Вот. Опа! Мой домик. У-у-у-у-у. Только как я буду передвигаться? Черт, это плохо, конечно, что каждый раз блоки приходится здесь строить. Ай-яй-яй, только не падай, мужик. Стой-ка. Стоп, я хочу наверх залезть. Тоже не могу разрушить. Охренеть. Придется камнем выбивать. Хотел крышу еще сделать. Ну такую, типа, как в обычных домах крыша. Сейчас попробуем. Опа. Так, сейчас блок поставлю и залезу. Вот так вот. Отлично, ну прыгай ты, чё ты? Вот. Правда, я крышу ни разу не делал. Как она строится-то? Кто знает? Хрен его знает, вот я тоже не знаю. Это лестница у нас. Обычно крышу за меня делали. Так, трапеция. Что за хрень? Тупая лестница. Это дверь, дверь. Дверь на крыше мне совершенно ни к чему. Лузер, ёжик не знает, как поставить крышу. Хотя хрен с ней. Такая пойдет. Правильно? Просто ее укрепим немножко. Вот таким образом. И все. Даже укреплять, наверное, не буду. Все равно сюда никто не залезет. Наверное. Я хочу сейчас, знаете, что попробовать? Мост сделать. Если получится. Довести его прям до нашего входа. Не знаю, выйдет это или нет. Так, вот так вот. Ну-ка, стоп. Как у меня там дерево-то? Совсем мало осталось. Совсем мало. Ну-ка, давайте попробуем. Так, блин, блок, да исчезни-то. Такс, упадет. А-а-а! Черт. Сволочуга. Сволочуга. Запрыгивай. Запрыгивай. Запрыгивай, запрыгивай, запрыгивай. Сюда фундамент. Такс, фундамент. Так вот. А, больше не дойду я. Черт, здесь красная зона уже. Хрень, я весь дом свой обстроил. С разных концов. Тут не подойти, не проехать. Вот за хрень. Вот за хрень. Чё у меня получилось? Кривой дом. Люди. У меня кривой дом получился. Какой-то жопы мира построил. Не залезть ничего. Чё за чудо? Сюда здесь пройду. Так это надо разрушить вообще. Давай, блочек, ты здесь не нужен. Совершенно не нужен. Падай. До свидания. Все. Такс. Чё, посмотрим со стороны, что хоть там. Да. Смотрите, одни мосты, переходы. А здесь что? Укрепил? Да, если это снесут дерево, все. Вся моя конструкция половина упадет. В принципе, у нас и там-то крыши нету. Ну вот, смотрите. В принципе, там, наверное, можно будет залезть по этим.
Так, чунь-чунь-чунь прошлепать, и окажемся мы в летней резиденции ежика. А что, давайте попробуем. В принципе, у меня деревья еще есть. Так, сейчас залезем. Испытаем, так сказать. Поехали. Блин, как же много берется за блоки. 50 дерева. Охренеть, это несправедливо. Народ, как вы думаете? Я думаю, несправедливо. Так, если я на эту прыгну, вроде держится. О, классно. Так, и теперь туда. Слушай, а здесь не смогу поставить? Ну-ка, давайте попробуем. Ух ты. Так, будет стоять она или нет? Проверю. Опа, стоит. Опа-ля, и сюда вот. Все готово. Хорошо. Тихо-тихо, не поджигай. А сюда смогу лестницу поставить? Давайте попробуем. Сейчас сюда зайду в дом. Да блин! Да хрень. Так. А, не. Наверное, не прокатит здесь лестница. Вот так вот. Ай! Свалилась, что ли? Нет, поставилась. Все, застроился. Классно, теперь здесь мост у меня будет. Сейчас укреплю даже. Вот так вот. Хоп-хоп-хоп. И на месте. Так, сейчас мы сюда крышу поставим. Чё здесь это? Так. Закрываем. О, хорошо, да, как? Еще немного дерева осталось. Крышу давайте доделаем. Таким вот образом. Вот таким вот образом. Да, сначала думал, я себе эту возьму, резиденцию. Ну, похоже, здесь будет у нас ссылка всех, кто достал ёжика. Буду здесь жить, так сказать, вдали от цивилизации, в этом доме. Ой, похож на тюрягу дом. Это будет дом отшельника. Вот он. Хоп, вот, вот так вот, хопочки, хопочки. Хопочки, и на месте. И все. Вот так, какие вот дела, народ. Так что, дом для особо одаренных готов. Но особо одаренный, как вы понимаете, это я, да. Ну что, давайте на этом закончим. Так сказать, наша маленькая мини-резиденция ёжика готова. С вами был, собственно, я, Турбоёжик. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки обязательно, кому понравилось. Пишите комменты, тоже обязательно, не стесняйтесь. Утю-тю, а то я вам покажу. И ждите продолжения, конечно же. Пока.